Всем привет! Я жива. Ночка у меня была, конечно, еще там. Ой, спина просто отваливается. И не могла пошевелиться. Не могла лечь нормально. Перевернулся. Это ужас. Наверное, какое-то защемление. И все, прям дикая адская боль. Я вот выгнуться в эту сторону вообще не могу. Хожу, блин, тут как утка вот такая вот. Наклонилась и хожу. Не знаю, это ужасно. Это ужасно, у кого болит спина, такие проблемы. Мама дорогая. Все у нас, как всегда, тут что-то делают. Сегодня вроде бы теплее должно быть, чем вчера, но смотрите, все в облаках. Ветерок, я не скажу, что прям там 25 градусов, не знаю, не чувствуется. Буду ходить, наверное, пока в штанах и в кофте, хотя уже часов, наверное, 11, начало 12-го. А жары нету, обещанной нету. Все, сейчас пойдем завтракать, что-нибудь найдем. Сегодня, кстати, родители уезжают, мы будем опять переезжать на первый этаж со всеми вещами. И все, будем до следующих выходных опять здесь сами одни отдыхать. Не знаю, конечно, как тут со своей спиной, насколько буду активна, но посмотрим. Сегодня, конечно, чуть лучше, но не до конца. Вот у меня как будто бы что-то щемит, и дыхания как будто бы не хватает. В общем, ужасно. Бабка Лилька. Вот и не успели насладиться погодой хорошей. Опять дождь. К обеду, как мы и хотели, у нас уже солнышко вышло. Правда, такой ветер подует и прохладновато. Я еще пока в джинсах, но в майке. Смотрите, наш фонтанчик. Вот с такой вот насадкой. Есть другой, такой капельки капает. А здесь сейчас вот такой вот прикольный тоже. Мне нравится. Жжж, работает. Своя, в общем, атмосфера тут. Рыбок не хватает. Юра, когда наловишь? На рыбалку пойду. Чтобы плавали. Все эти цветы, конечно, такие страшненькие уже. От воды, от зимы, от всего. Темнеет, в общем, бледнеет солнце, но все равно плавают здесь. Надеюсь, я здесь больше не встречу никакую змею. Куда ты? Не иди туда. Нельзя туда. Лезет уже. Работает. Все разрастется еще здесь. Придешь со мной здесь? Будет хорошо. Хочешь на прогулку пойти? Пошли. Не знаю. Не знаю. Велики мне или компакт? Не знаю. Сейчас подумаем. В общем, вот. У нас тут процесс идет. Проверка. Заклеили этот круг, ободок. Может быть, и выдержит. Сейчас вода напускается. Тут по прогнозу 29-28. Может, покупаемся. Класс. Так а что, уже держит вот этот круг или нет? Не спустила сейчас. Ну, может быть. Супер, слушайте, супер. Глядите на этого нытика. Ну что, давай. Пускай напускается. Мы пошли на прогулку. А, да? Ну. Дождь. Ну, вы посмотрите, как одеты. Юра еще в рубашке, в штанах. Я тоже в джинсах иду. Сейчас снять рубаху? Я думаю, да, зачем тебе такую жару? Еще и рубаха. Папа даже уже разделся в шортах, майке. Да пошли в лес пока в штанах, потом переоденем. Я же тоже в штанах. Потом переоденемся. Выйдем, как всегда, Дейзи выгулять. Какашка, а? Вон, смотрите, на кого кавкать начала. На эту большую. Она у тебя цапнула бы раз, и все. Иди давай. Фу, испугалась, блин. Господи. Ну, куда бы ты раз? Ну. Я не знаю, как эта собака еще спокойная. Просто это... Кто-то помельче укусил. Начала на нее... А кто-то помельче Дэдю за жопу укусил, чтобы она боялась. И в следующий раз знала. Гавкать? А не так, это ужас. Все из рук сходит. Гавкает, бросается на ту большую. Я от страха забыла камеру включить, потому что так переволновалась, что сейчас будет, что мне было, честно, не до камеры. Так, она на нее гавкает, бросается. Эта собака стоит, не знает, что ей делать. Стоит спирно. Потом раз гавкнула, так хозяин, ну, отбежала, но, фу, слава богу, ничего не сделала. Ой, капец, в общем, стрессанула.
птичечки поют. И вот какие-то цветочки, да? Я уже их показывала. Что за они, ты не знаешь? Так прикольно смотрятся, такие простые, но в лесу классно. Дези там люди идут, она гавкает не может. Кайф. Смотрите, букетик с ландышей. У нас тут рядышком растут полянка, но дети бегают и посрывали все. Есть еще там в лесу, здесь. Далеко. Все, мы уже отправляемся домой, прогулялись немножко. Ты показала, есть еще там, там, как будто все знают. Ну, я имею в виду тут, вот растут возле дороги, рядышком. Аромат просто божественный, не знаю, обожаю ландыши. О, класс. О, горшочек повесили. А что только один? Навела порядок. Тут уже смотрю, закрыли немного, чтобы не видно было. Наш бассейн напускается. Класс, смотри. Ландусики мои. К вечеру у нас тут распогодилось. Можно и позагорать. Самое благоприятное солнышко. Это после 4. Ой, хорошо. Даже ни одного облачка нету. Я даже немножко загорела. Еще так вот пару дней вообще. Шикардос будет. А еще с бассейном, мне кажется, вообще. Ой, что там, стол. Юр, ты, может быть, штаны уже бы снял бы, шорты надел. Ходишь, паришься, в этих черных тем более. Опа. Ну. А то... Кстати, да, на большой я могу лежать хотя бы. Загорать. Ой, отличненько. Так что давай, Юра, переодевайся, приходи ко мне, составишь компанию. Несет мне. О, на это я хоть лечь могу. Юра! Лечь могу нормально. Давай сюда я. Смотри, ни одного облачка нет, так что сейчас загорим. О! Видишь, как я? Ну? Ну! Вообще классно. Иди разденься, ты в черной майке, в черных штанах. Ага. Вообще, блин, у тебя уже лицо, блин, красное, как у помидора. А руки все белые. Все вот так вот отлично. Иди. Через пару дней уже будем в бассейне плюхаться. Давай, иди. Не знаю, меня бы уже одно место бы испотело. В штанах этих. Что там? Где здесь клещ ползет? Где? Стой. Падла, иди сюда. Стой. Стой. Прямо в глаз хочет. Тихо. Стоим, Дези. Хочет глаз ей сосаться. Доставай, доставай, доставай. Дези, стоим. Стоим. Все, он уже не сосался. Иди сюда. Ё-моё, Дези, эти клещи. Иди сюда. Ужас. Иди давай, сюда, иди сюда. Ложись. Доставать будем быстро. Иди сюда. Еще не успел, ну. Сразу смывает. Вот после нашей прогулки, да, прям в глаз чуть не полз, представляешь? Покажи. Ой, блин, спина. Как посижу, потом не могу встать. Ну, ого. Сколько тебе? Редиски сколько? Сколько тебе? Тоже плохая, это выбрасывай. Я не люблю редиску. Кто-то любит, да и нет. Бери себе. Красивая такая, своя. Це шо я бачу, які парень, белый футболце. Туалет пошел. Так лучше? Так, у мамы там все фотосессия. Уже уезжают. Ну все уже, давай. Едьте. Вон. Уже папа выехал, все. Провожаем. Дзюха, ты где? Все. Нам классная погодка. Вам, конечно, не повезет. Дома. Спасибо, меня с голым животом. Не надо. А? Может, она на ландыши тебе сорвет домашние? Не надо, она не любит ландыши. Это я люблю. Ну что, поедешь провожать? Ну, поеду, на коленки проведу. Ну, давай, едь. А я здесь проведу. На лесопеде, да? Юрка на лесопеде. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пока! Рыбак мой идет. Я взяла Сэмки и тоже иду вместе с ним. Рыбак, ты посмотри, за компанию. Как этот, Джеки Чан. Чо-чо-чо.
Юра. На Джеки Чана похож. Да, пошли. Идем на наш вот этот пруд, который здесь. Я решила Юре составить компанию. Думаю, так уж и быть, ладно. Иду с тобой. Ну что? Камыш шатается, рыба ходит. Понятно, вот такая вот рыбалка. Смотрите на эту крысу, а? Прячет свой сыр. Крыска ты, а? Что застыло, как памятник? Что застыло? О, 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 пошла, пошла ныкать. Вот нычкарь, нычкарь. Сейчас заберу твой сыр и все. Заберу. Угу. Ты что? Иди ко мне. На страже, на страже. Мы уже потиху собираемся спать. Опять переехали, как базарные бабы, переезжие вниз. Сюда, на этот диванчик. Здесь комфортнее, удобнее. Ну и лишний раз наверх не нужно бегать. Да, Дезюн? Тоже будешь ложиться спать. Сейчас тебя помоем, сами помоемся и будем уже спать. Так вот она спит. На подушке. Здесь моя рука, тут Юра, ее лапки, ножки, и храпака дает. Сопит, храпит, лежит. Вот это храпун наш. Угу. О, расхрапелась, как медведь. О, ну ты вообще наплела.